Все эти свертки были изъяты в результате спецоперации и проходили в качестве доказательств в судебных процессах о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Общий срок лишения свободы, который получили осужденные по этим делам, 498 лет и 7 месяцев. Наркотические вещества, изъятые из незаконного оборота, подлежат уничтожению. В топку котельной отправились килограммы марихуаны и около 100 растений конопли, брикеты гашиша, привезенные из Таджикистана, психотропные вещества и синтетические наркотики, амфетамин, метадон, мефедрон, прибывшие на курорт из Санкт-Петербурга и Москвы, а также изъятые при контрабандном перемещении через российско-абхазскую границу. Было сожжено порядка 10 килограммов спайса, в том числе в виде приготовленных к закладке разовых доз, а также ингредиентов для его изготовления, приспособлений для скрытного хранения и перемещения. Уничтожены шприцы с остатками опия и дезоморфина, различные приспособления из наркопритонов, а также изъятые у наркосбытчиков банковские карты, компьютерная техника, сотовые телефоны и сим-карты. Наркополиция организовала исполнение решений судов города Сочи, уничтожив наркотические средства и психотропные вещества путем сожжения. Все они проходили в качестве вещественных доказательств в общей сложности по 68 уголовным делам. Было осуждено 94 человека, из которых 40 входили в состав преступных групп.